два главных бейлинга этого вечера. И следующий бой под номером 18 пройдет за пояс чемпиона AFCA. Ladies and gentlemen, поприветствую спортсмена из Кыргызстана. А также поприветствуем его соперника. Напоминаем, титульный поединок. 5 раундов по 5 минут за пояс чемпиона азиатской версии Ахмат. AFCA. Пояс чемпиона весовой категории до 77 килограммов. И приглашается боец, представляющий Российскую Федерацию, Чеченскую Республику. Ladies and gentlemen, and now please welcome from the Russian Federation, the Republic of Chechnya, Mr. Salim Agagi! Ha ha ha!
на третьей минуте 41 в секунде боевым приемом на ногу досрочную победу одержал боец, представляющий клуб «Ахмат» Российскую Федерацию Чеченскую Республику. И его имя Салым Агаев. И для награждения приглашается президент Азиатской бойцовской лиги «Ахмат» Надир Кадыров. Мен кетип болду. Чын ашып калып калды менен.